Привет всем! Вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Гарри Поттер и Кубок Огня. И сегодня мы пойдем с вами в башню Хогвартса. Пойдем за тем, чтобы собрать какие-то оставшиеся щиты, которые там у нас остались. Так, Гарри, ты кем играешь сегодня? Скажи мне. Гарри, Рон. Роном играешь? Уверен, у Гарри лучше карточки. Да пошел своими карточками, я и так сделаю всех там. У нас рыжие волосы, мы отличаемся. Не знаю, Рон мне понравился больше, чем этот пупок Гарри. То есть заклинание не работает, а у Рона всегда все работает. Так что ты... Тогда... Ты дефект, Гарри, понял? Тогда я выберу. Кого? Шиплинги, пупкины и какины. Нет, особые карточки нам не нужны. Карточки существ. Вот. Мы, значит, кого берем? Кто у нас в башне Хогвартса был вообще? Шиплинги. Шиплинги. Хренатнюшки красные, которые огнем кидаются. Пердят. Так, подожди, мы же взяли. Только что взяли. Так, вот эти, значит. И возьмем акцию. А вот Рону... Чё? Что вы там с Кузей опять делаете? Ну смотри, я его выгнал, чтобы он не спал, а он опять пошел есть. Он всегда думает, что мы его заставляем есть. То есть он думает, что мы его с дивана выкидываем, чтобы он пошел жрать. Он сразу пошел доедать. Все, так и есть. Хорошая у него жизнь. Он думает, что хозяева ему желают добра, чтобы он всегда ел. Молодец. Так, давай, шмели вампиры тебе. Да давай, выбирай уже, мы будем бить всех! Присоединяйся. Я не буду с тобой играть, очки ходячие. О! Так, а я? Куда нам надо, вниз? Так, сейчас разберемся. Куда нам и надо Чувариш, идти? Товарищ Святослав Скрузер, куда тебе? Подсказал нам, куда идти можно, да, куда можно сходить. В общем, здесь куда-то надо пройти, еще сейчас какой-то ход должен. Сейчас пройдем. Так, подожди, нет, мы сюда не побежим, иди сюда. Твори добро во благо людям, не за красивое спасибо, услышавшего тебя рядом. Слышишь? Мы там были, видишь, лужи псыкнули кто-то. Шел вон. Видишь, как у него все хорошо действует? А этот попок пока там что-то сделает. Вот сейчас я тебе шибану заклинание, понял? Гори уже, ты... Так, рот да, самый уже лучший. Мы тебя вернули за щитами. А, вон туда вниз, что ли, смотри? Да. А мы там были. Значит, мы там не были. Я люблю конфетки, сказал Рон и пукнул. Так, у меня преимущество перед двумя целыми монстрами. А что-то мы здесь и не были, смотри. А может быть... Зачем вам этот куб? Потому что туда его надо носить, чтобы залезть. Ну, гениально, да. Да пупок, давай двигай. О, давай туда его. Чепок. А, Сорокину закинули. За Сталина! Наверное, еще может быть. Горюша, отсталый ты наш дефектушка. Я ж тебе говорю, ты отсталый. Ну где ты, пупок? А вот он, ты подошел. Вингардиум Левиоса. Все, Гарри, забраковал я тебе. Шел он, Рон лучше. Так, все. Вот, значит, куда нам надо было. Вон там какой-то щиток. Подожди. Стоп. Давай еще туда пройдем. Может быть, там еще что-то где-нибудь есть. Давай. Точно, Святослав, здесь. Мы должны все собрать, да. Сейчас. Игра-то интересная, в принципе. Она поначалу кажется такой необычной и даже немножко это пугает, что... Сейчас мы потушим. Во-первых, много так персонажей, да, вид какой-то маленький. Как-то я всегда специфически к этой части относилась, но не играла в нее. Квакцония. А теперь действительно как-то поиграешь? А там будет что-нибудь? Как думаешь? Не знаю. Прошарим? Может... А, мы там барались, нам тоже Мэриэнг подсказывала. Так, все, там ладно. Ни хрена нет, вот мы это мы не могли открыть, потому что у нас не было специального заклинания. Видишь, урона все. Че, это большой щит? Так это прыщик, наверное. Ну и что? А.
Какой по счету? Восьмой. А тут все, больше счетов нету. А куда можно идти? А подожди, что-то там мигает. Вон, что-то мигает, смотри. Смотрись. Берем. Блин, не хотел остановиться. Все, взяли. Итого у нас сколько? Значит, у нас еще не пройдено озеро, да? Мы не собрали золотой щит, потому что у нас серебро, нам дали только два щита. Не золотой щит, а золотую медаль или что-то. Ну, золото не взяли. Золото, да. То есть за золото дают щит. Вот я неправильно сказала. Золотой щит там обыкновенный. Иди ешь. Куда? Паскудник. Бегает. Ну что, куда сейчас пойдем? Так, и значит... Травология. В травологии и в запретном лесу. Давай. Давай запретный хрен пойдем. Ой, в лес. Так, да, блин, сколько сходим этих щитов, в запретный лес. Ёб-хлоп-хлоп. Понаберем всего. Так, у меня все у нас стоит. Не лежит, так что все нормально, давай. Так, а там кто у нас в запретном лесу? Да хвори, шиплинги там. В принципе, те же самые, наверное, да. Ой, хочу бить всех. Гарри, тебе надо ликвидировать все. Я только хотел успеть. Куда он сказал идти, подожди, помнишь? Так, вот сюда, вниз. Inside. In here. Вот, я помню, мы когда хмырь, наш... хмырь, смотри. Вот, надо было их взять еще. Кого? Ух ты. Вот, посмотри, как мы их быстро. Что-то быстро, а что такое? Грибки, о, глюциногенные грибки, жрем. Бейте, хмыря, бейте. Я летучими мышами какими-то стреляю. Вниз идем? Сейчас, подожди. Кто там побежал куда? О, кувшинка, а что, зачем ее открывать? Хлоп, урона все действует, видишь? Ой, какой цветочек. Смотри, хороший. Как красиво, да. Благодаря да, мне. Вот сюда побежали. Перперикус. О, что, зачем кувшинки? А листевочки среди этого ада мы межкромежного ада. Ну, пусть они будут, да. Мы раскроем листочек. Так, может заодно дракончиков там соберем или что там еще надо было собрать, я не помню. Так, дракончиков? Чтобы все цвело у нас. Хмари, ну где вы там? Чтоб лес не таким страшным. Паскуда напугала. Надо нам, короче, было вот этих взять штуковин, я забыла, что они там тоже будут. На, получай, получай, жаба. Блин, они сейчас нас сожрут, козлы. У нас лягушек много, так что... Слушай, иди куда-нибудь погуляй, жабья душа. Иди отсюда, хмейт. Подохни. Жаба или кто-то вообще какой-то индюк. Ух ты, в дырку что ли? А, там не дырка показалась. Щит. Мы идем. Защитом. Что я все пугаюсь так? Хорошо после травологии, да, пробежаться. Пособирать. О, кобзец. О, опять напугал. Да иди ты отсюда. Хмырь ты, так, блин. Так, давай, где он? Сзади Гарри. А то у него сейчас лягушку сожрут. О, юлу тебе сделали покруче. Землю. Так, блин. Вот, буби-буби какие-то. Второй. Все, пойдем, валим. Сейчас блин, я их заглядываю. Давай сюда иди. Идем. Урон вообще хорошо. Кидай. Ну и хорошо. Ты гнойник. Нашли с Роном общий язык. Вон там щит, что ли? Идем. Иди. О. А что там блистает? Вы гнойные, хмыри. Давай, сейчас кину туда. Ой. Иди сюда, сюда, иди. Иду, иду, иду. О, проходи. Как тебе-то мы здесь и не были. Подожди, а там что-нибудь есть? Куда топать-то? Да, мы вот тут, кстати, не были еще, по-моему. Точно. Подожди, так, а может были? А может были? Вот, короче, где-то тут должен быть щит. А, мы здесь были. Вот здесь котел варится, помнишь, мы здесь были. Подожди секундочку, давай сюда пробежим. Да, мы здесь были. Значит, где-то тут мы щит не смогли достать, наверное. Да что-то хренотня-то какая-то. Иди отсюда, ты. Бородавка. Это вон туда, смотри, можно было. Грибы вот эти, наверное. Подожди, где щит точно нам сказали? Иди, иди, гуль, кусай кого-нибудь другого, а не меня. Куда мы пойдем сейчас? Прошарим все здесь, да? Так, вот эти вот... Пнуть туда? Понятно, вот что значит нам надо собирать-то. Здесь нам грибы надо собирать. Ну-ка.
Как нам вот этот... А, все, грибы. Туда вот, пойдем? Туда, туда, да-да-да. Грибы надо уничтожить все. Сможешь ты там пройти? Нет. Нет, не сможешь, да? Иди. Значит, надо еще уничтожить. Ты давай. Гнойная хренотня. Так мы тут были, мы тут были. А где мужчины? Вот там мы, значит, не были. И туда мы ходили, там мужчин брали. Есть? Есть. Что это там за фигня? Ну подожди, отойди, отойди. Отойдите. Да ты задолбал, гнойный гной. Да ты... Хмай. Сейчас, давай, попробуй пройди. Блин, вот эти грибы, их тоже надо собирать. Ну собирай, давай сначала туда пойдем, нам щит хорошо, нужен, хорошо, что нам эти грибы? Я понимаю, да, они нам тоже нужны. Для чего-то там такого нужны. Идем? Идем, отлично, давай, идем. Ешь. Ух ты, какой грибок, смотри. Смотри, какой грибок красивый. Ну и чего, а где щит? Зачем нам грибок? Да иди ты отсюда, гнойник. Гнойный прыщ. Так, вот туда. Не помню, что мы тут были. Ух ты, щит, смотри. Да, все правильно. Пердун, смотри. Гасите хмыря. Гасите его. Охренеть, действительно здесь щит. Давай, давай, бомби толстопузы пердуна. Да иди ты, дохни ты уже, задолбал. Давай, кидывайся, пердун. Слушай, мы такого уже гасили в Lost Plane, помнишь, хвырь бегал? Почти да. Ни хрена. И ты почти так же умирал от него. Да, то есть тот, кем я играл. На, паскуда. Все, пердушку закнули. Это большой щит? Подожди, не берите, посмотрим там что. Вот здесь что у нас? Пойди-ка сюда. Вон еще щит, смотри. Сейчас. Я сейчас мелкий сначала возьму. Сейчас мы возьмем, все возьмем. Хмыль, что ты стоишь? Очки натяни. Он не знает, кому помочь. Да иди сюда, пока вон щит мелкий. Сейчас, Гермиона. Это можешь? Мелкий щит? Это мелкий, отлично, это мелкий. Раз уж на то пошло, да? А что здесь, да? А зачем эти гнойники здесь? Так, подожди, подожди. Вон они, дракончика за... Хорошо, сейчас я захмырю его. Давай. Дракончик иди. Нам тоже нужен. Не, сзади, сзади дракончик. Ну что, давай, колдуй. Все. Все, дракончик. Пупка уберу. Давай, иди. Спасибо. Ну чё, щит берем. Так, есть. Подожди, подожди, смотри, смотри, здесь можно по растениям идти. Странно, а там-то еще и идет. И там еще что-то может быть. Давай пошаримся. Гарри такой идет, все за него делает. Да ну его нафиг, этого Гарри. Рон все делает. Хорошее заклинание, все действуют. Еще не было такого, чтобы он не сделал ничего. Ой, блин! Так, гасим. Гарри, давай очки. Так, у тебя есть преимущество перед ними. Иди отсюда, паскудница толстая, какой-то новый вид. Да, бей, Гарри, не меня только. Пока да, сделай там штуку нам нож. Прочищай путь. Пухлый, шел он. Все, откинулся хмей. Ух ты, а здесь... Блин, пердун что ли здесь? Так, я гашу этих, Гарри, давай. Дрыща гасить, а то он наелся этих перцев. Он хорошо поел перед тем, как нас встретить. Пропердеться. Так, надо. Ладно, нам сюда, наверное, тоже надо. Ох, смотри, дрища разболт. Ой, блин, да. Салют устроил тут. Пердежом своим. Так, Гарри сейчас у нас подохнет. Где я-то? Ё-моё, я уже посеял себя. И ты тоже, кстати, скоро подохнет. Все, сейчас сдохну. А, я сдох. Я сдох. А нет, да, я сдох. Так, нам надо как-то, давайте вместе тогда как-нибудь решим эту проблему. Лягушек много, так что мы можем хоть сейчас раз. Сейчас я пупка загашу. Так, тебя загасили, нет? Подожди, Хмэ, где ты? Подойди сюда, сюда иди. Иду.
Все вместе, давайте. Жира загосим. Задницу потушим. О! Давай, давай, Гарри. Гарри, давай, давай, Гарри, умирай. Правильно, ты правильно сказал. Короче, хмыри, вы задолбали уже. Что у нас здесь за атака газовая? Ох, лягушечки-то уменьшаются у нас. Да у нас 17 уже. Сейчас, он хорошо, что их 17. Да хватит. Давай, 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 поднимаем. Гарри там должен подохнуть. Подохнуть, толстяк. Пердунов. Тушим, тушим его, нечего ему. Хмырь, давай гасись. Все, пернул. Блин, иди, большой щит, и там большой щит. Ну что ж, надо где-то взять, наверное, здесь его лучше взять, да? Давай, потому дошел. Что, чтобы нам сюда опять не возвращаться. Берем. Подожди, здесь это все, да? Больше ничего а вон нет. Кувшинки какие-то. Так, вот кувшинки, кувшинки надо открыть. Блин, не пупок знаю, появился. Ой, быстро испарился. Пупок появился и быстро испарился. Может, они на эти цветы как-то реагируют? Сперва горшок. Ух ты, там провал какой-то. Ну что, берем щит, а потом возвращаемся сюда опять. Значит, больше ничего тут нет. Бери давай щит. Тогда. Отлично, там еще один остался. Новые доступные эпизоды. Самородок или что? Ну, это вот пока. Так, что мы тут набрали? Освоено, освоено. Количество заклинаний 2, количество заклинаний 6. Освоено, количество заклинаний. Так, значит, какие-то заклинания мы еще все-таки не умеем делать. Да? Да, исчезающих карточек. 2 из 5 грибов, 2 из 5 драконов найдено. Значит, там еще есть драконы, еще есть грибы. Да фиг с ними, нам щиты. Давай пойдем опять туда. Тогда сейчас мы опять туда же сходим. Щит заберем, да? Да, сходим, заберем щит. Заберем щит. Так, значит, я беру Гермиону, и сейчас я сделаю... Сейчас я сделаю преимущество. Тебе сделаю преимущество. Нет, ну что-то там, когда эти толстяки прилетали, что-то урон как-то не пинал их почему-то. Карточки существ. Мы тебе сейчас вот этих сделаем, чтобы тебе лучше было. Чтоб, ты думаешь, они действуют? Да мы, я их без них загашу. Ну что, пойдем вниз. Блин, вниз, мы вниз. Собрал. Успел. Так, нам сюда, правильно? Сейчас хмари появятся, захмарят нас хмарятами. Из хмарей. Цветочек. Что, кстати, эти цветочки-то делают? Красоту. Просто что, типа, мы заклинания выучили, да, наверное? Наверное. Ладно, мы их не будем трогать, я думала, там что-то... А вот теперь я не испугался. Нахмария, захмарились хмарями из-за хмарей. Так, моего бейте, моего, он сейчас быстренько падет. Нет, лучше вот этим заклинанием, который я... Опусти его, опусти. А он сам куда-то исчез. Так, хмаря, о. Конфеток уже 3500, 3600, 2 урона, как всегда, меньше. Все отлично. Гарри, а давай конфетки, да я тебе их насыпаю. Так, бежим, бежим, бежим. Куда нам надо бежать? Нам надо туда же. О, бежим. Пердушки. Все... Блин, хмыри, а. Не кусай я Гарри, блин. Из-за него лягушки. А куда ты бежал? Не знаю, хотел посмотреть. Нет, туда... А туда можно не надо, не надо. А что там? Нам туда же бежать. А там, по-моему, этот варится, хмырь. Пойдемте все. Гной горячий, осторожно. Гнойный прыщ. Ох ты хмырь. Иди полетай, у хмыря. Быстро они появляются опять, да? Угу. Так, нам в самый низ, да? Куда нам? Или туда? Молодец, молодец. Идем. Так, приперлись. Блин, опять хмыря кидать в хмырей. Хмырем. Хмырей кидать хмыря хмырем. Так, нам туда, идите туда, если что. Блин, опять пупки появились. Гарри, что ты там? Кидай что-нибудь. О, они какие-то звуки издают.
Давай, проходи туда. Тут цепь ничего нет. Вот что там есть. Хлесталка там. А здесь что? Не знаю. И там тоже, походу, не было. Ну ладно, пойдем. Куда? И туда же. Как там уничтожение наших грибов? Давай. Сейчас прицеливайся. Есть, валим. Всех уничтожим. Все, отлично. Хмэри, вы здесь? Да, не надо меня жалить гноем. Гноем. Как гноем. Ему не понравилось, да? Ох, мы. Блин, перду. А, походу можем... только его уничтожить надо. Мы можем взять просто щит. Не, а не возьмешь. Почему? Потому что его надо уничтожить. И тогда он упадет. Пердун ты долбанный. Подохнешь сейчас. Гасим хмыря. Гасите, его сейчас подниму. Все, пердешь пошел. О, все, о, видишь, упал. Забираем. Все, берем. Берем. Все. Сколько мы сегодня. Мы вообще прям с тобой молодцы, да? Вообще прям. Святослав помог. Да, и Святослав тоже молодец, тоже нам помог очень хорошо. Потому что тоже, когда играешь первый раз, ты не знаешь, где куда пойти и, конечно, где что у нас. Может, где лежать. Ну что, тогда давай здесь и с топорнем. Что у так, нас, посмотри, да. Что у нас открыто. И мы в следующем уровне начнем проходить. Хотелось бы, конечно, еще пройти вот турнир на золото, но это, наверное, уже мы в следующий раз. Что пройдем. У нас открылось? Запретный лес? Второй тур? Чего? Так, лабиринт у нас открылся, отлично. Третий тур. Значит, щиты уже не нужны, что ли? Ну, мы можем еще здесь собрать щит, потому что нам, наверное, по-любому надо будет. И где-то еще в травологии что-то такое. Ну, поищем. Почему в травологии? Мы не все собрали, что ли? В травологии еще, вроде бы, где-то было что-то. А где там было? Ну, ладно, посмотрим, в общем. Все, посмотрим в следующей серии, да, разберемся. Только посмотрим обязательно, а не просто будем говорить. Подписывайтесь на канал, вступайте в ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, пока, смотрите наше прохождение.